Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Передо мной находится устройство Realme C25S. И сегодня я покажу, как на данном устройстве установить управление жестами вместо вот этих трех кнопочек. Итак, для этого мы заходим в настройки, переходим вниз. Нам нужно найти удобные инструменты. Нажимаем сюда и нажимаем на навигацию. Далее мы просто выбираем вместо кнопочек двусторонние жесты смахивания. И здесь у нас сразу идет объяснение, как и что нужно делать. Можете ознакомиться. Ну и в принципе это все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.